Здавалося б, відкрита війна. Ну, війна триває, називається це по-різному, але факт залишається фактом. Чути зведення з АТО. Сьогодні, наприклад, зранку теж телефоном спілкувався з речником штабу АТО Сергій Жмурко, зараз його очолює. Говорили. Постійні обстріли, так, вони залишаються. Фіксується розвідкою, що йде і накопичення, і навіть укріплення деяких рубежів. І ось ці схеми, так, урегулювання. В таких умовах, тому що ми ось так в студії, здавалося б, сидимо, ми це розуміємо десь ось тут, але ми не відчуваємо це фізично. На практиці. Які є конкретні шляхи врегулювання? Тому що гостем теж у мене був Микола Маломуш, конкретні теж були кроки, які він представляв, що це силове врегулювання, тільки так, так і так. Можна послухати, наприклад, теж досить цікава позиція і заяви у Романа Безсмертного, теж є своє бачення. Цікаво ось обговорити з вами якихось кілька напрямків можливих, які можуть бути. Интересно ви позицію президента України узнати по цьому вопросу, тому що він ніколи чітко не говорить, як би він хотів урегулювати вопрос на Донбасі. Він говорить про те, що воєнний путь невозможно, ви це знаєте, він постійно акцент на цьому. Це наголошується постійно. Остається дипломатичний, тобто який? Очевидно, той, який зараз вибрав. Нормандський формат, Мінський процес, давлення на Росію. І от я сьогодні виступав там на двох різних каналах, постійно говорю і слышу везде. Вот нужно санкции там и так далее. Хорошо. А если не сработает процедура санкций, что дальше? То есть Россию никто заставить не может убрать свои формирования вооруженные из Донбасса. Что дальше? Получается, это рано остается. То есть моя позиция как эксперта, зная глубину проблематики всей на Донбассе, я уверен, что эту территорию уже Украина потеряла. И мы исходим из того, отвечая на ваш вопрос, вот какие методы выбрать, из того, какая стратегия должна быть Украины по отношению к этой территории. Первое, за нее бороться военным путем, либо забыть про эту территорию, про неподконтрольную часть. То есть тут надо исходить из-за этого. Я, как аналитик, вижу, что предпосылок для возвращения Донецка и Луганска в составе Украины уже не существует. Я не верю в специальный статус. Но есть проблема украинских граждан, которые находятся на территории под контролем. Это миллионы людей. И за них никто сейчас не говорит, что с ними там происходит, как они там живут. Это миллионы людей. По моим подсчетам, там около 3 миллионов людей находятся. Это все граждане Украины, не граждане Российской Федерации. Вот в чем момент. И никто об этом не говорит, что там происходит, какие там системы, как их вообще туда привлекать. То есть я думаю, должна быть стратегия вот в этом. Например, увеличить количество блокпостов, чтобы люди могли туда выезжать. Создавать соответствующие предпосылки развития экономики в городах Донецкой области, которые подконтрольны Украине. То есть из 28 городов областного значения, которые были на Донбассе, на Донецкой области до войны, Украине осталось 15. 13 захватили ДНР. То есть 15 это очень много городов. И довольно серьезные города. Мариуполь, там, Бахмут, там, это стратегические города для Украины. Вот их нужно социально-экономически развивать. И руководство Украины должно предпринимать вот эти шаги. То есть развитие социально-экономическое, думать, как вернуть граждан Украины на территорию Украины. Возможно, процедуру какие-то компенсации погибшим предусмотреть. Я не знаю, это сейчас тема довольно сложная для обсуждения. Но вот на этом акцент сделать. Потому что другого пути, к сожалению, не существует. Вариант возврата Донецка и Луганска в состав Украины я даже не хочу рассматривать, потому что это все сказки и фантазии. Знаете, про то, что там особый статус будет, или Путин там обменял Украину на Сирию. Это примитивные, непрофессиональные рассуждения. По факту никогда Россия не сдаст Донецк и Луганск. Они слишком много потратили на это ресурсов и средств. А Украина не готова идти в наступление. Поэтому патовая ситуация. Проблема для Украины и, самое интересное, проблема для России. Поскольку проблематика России заключается в том, что она привязана санкциями к ситуации на Донбассе. Вот и все. У нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора. Ви в прямому ефірі. Будь ласка, ставте своє запитання. Я недавно включився, я вас вітаю. Хотів би вам задати питання. Чому не об'явлений військовий стан? Велика територія і багато людей, мільйони, ви самі кажете, знаходяться в поганому стані. Коли була війна, почалася, я пам'ятаю це, нас евакували з Києва на Урал, привезли по селах, сказали, добрий день, ото будуть люди у вас жити. Давали мешкання, ніяких розмов. Зараз у нас люди взяли сходу людей до своїх маєтків на Заході, там, що вони збудували, на спирті, на сигаретах,
на всьому іншому, на контрабанді, на бурштині. Що це у нас робиться в країні, скажіть взагалі? Дякуємо вам. Вопрос по военному положению, это вопрос, который нужно задавать президенту Украины и предшественнику президента Украины Турчинову. Все эти действия должны были приняты еще в феврале 2014 года. Должно было введено военное положение, когда появились первые солдаты в Крыму. Да, но тогда никто это не предпринимал. Более того, сейчас, когда задаешь вопрос руководству страны и депутатам пропрезидентского большинства, они все время говорят, нельзя это делать, нельзя военное положение вводить, поскольку это площадку уничтожат для переговоров с Российской Федерацией. Но можно было вводить военное положение и после ситуации в Иловайску, и после ситуации в Дебальцево, когда были колоссальные разрушения на Донбассе, колоссальные погибшие, но никто это не вводил. Я не знаю, почему это происходило. То есть сейчас очень тяжело это объяснить. И я, естественно, тоже выступал за ввод военного положения в феврале, вообще в течение полугода боевых действий. А сейчас его уже введение тоже, в принципе, логично, тоже должно быть осуществлено, поскольку мы сами себя загоняем в угол, говоря о том, что вроде как агрессия, но, с другой стороны, наша антитеррористическая операция. Как профессиональный адвокат, я сейчас не хочу разговаривать много про юридические нюансы, но это просто бардак, то, что там происходит с юридической точки зрения. То есть у нас и антитеррористическая операция, и агрессия, и военные действия, и невозможно даже понять, что происходит. То ли переселенцы, то ли беженцы, или то ли это граждане Украины. То есть полная юридическая неразбериха. И в этой ситуации мы живем и пытаемся как-то найти какие-то варианты еще урегулирования конфликта на Донбассе, в который я лично не сильно верю. Мы уже несколько раз говорили і торкалися, скажімо так, дотично теми санкцій. Цікаво було поговорити більш конкретніше, тому що теж різні думки лунають різних експертів, фахових людей. Звісно, кожен має право на свою власну думку, наскільки ці санкції ефективні, наскільки неефективні. Але з вашого дозволу, з дозволу телеглядачів, я б хотів би зачитати кілька речень. Отже, увага, це, до речі, дуже цікаво, і хто це сказав. Отже, глава адміністрації президента Росії Сергій Іванов заявив, що виступає за збереження антиросійських західних санкцій. За його словами, санкції допомогли диверсифікації економіки, почався розвиток галузі, і це призвело до того, що дві третини доходу бюджету тепер не пов'язані з нафтою і газом. І ще одне речення, і він також висловив думку, що країни Заходу зрозуміли, що Росія витримала і що санкції не виявилися ефективними. Ось думка глави адміністрації президента Росії, що санкції антиросійські пішли на користь Росії. Зрозуміло, що в Росії своя схема, свій космос мислення. Утім, ось навіть така позиція. Так, ви правильно сказали. У них своє мнение, своє общественное сознание сформировано, которое, в принципе, регулируется несколькими каналами телевизионными и заявлениями 5-6 выше должностных лиц. Поэтому все, что будет происходить, негативное для России происходит, это все показывается с точки зрения позитива. То есть санкции делают нас сильнее. Давайте еще санкции, еще санкции. Но это все популистские заявления, ориентированные на граждан Российской Федерации. Реально, очень серьезно санкции бьют по экономике Российской Федерации, по среднему бизнесу и, самое главное, по олигархам. Вы знаете, какие убытки на сегодняшний день несет олигархат российский от санкций. И Крым в том числе, масса компаний попали под санкции. И есть убытки, есть. Санкции действуют, но они не катастрофические. Они не приведут к развалу там, России, как говорят, я в это не верю. К, возможно, смене политической системы, переформатированию политической системы. Это все сказки. Это нереально на сегодняшний день в России. Но экономически они действуют. Поэтому российское руководство выбрало путь. Выбрало два пути. Первый путь. Это предпринимать дипломатические шаги на международной арене, чтобы полностью или частично снять санкции, об этом мы там позже скажем, голосование там в парламенте Франции и так далее. А второй путь – это адаптация к санкциям. Не получится снять их, будут адаптироваться. Адаптировать экономику, адаптировать собственно внутреннего потребителя и так далее. Вот они пока сейчас идут по пути адаптации. То есть посмотрите заявление высших руководящих должностных лиц Российской Федерации, экспертов российских, там Германа Грефа,
других экономистов, там, Кудрина и так далее, они все говорят про то, что очень тяжело, объективно говорят. А фраза Медведева, она классическая стала в Крыму. Все нормально, держитесь. Держитесь. Ситуация сложная, но не катастрофическая, это нужно понимать. Для российской экономики. Пока что она держится. У нас есть телефонный звоночек. Доброго вечора, вы в прямом эфире, будь ласка, ставьте свои запитання. Добрый день. Так, вітаємо, мы вас слухаємо. Я могу задать вопрос, я могу задать вопрос вашему гостю и как вам, ведущий? Звичайно, звичайно. Значит, меня интересует такой вопрос. Значит, у меня такой вопрос. С точки зрения... Вот, Так, ставьте. Зачем у нас на телевидении, на радио все время сообщают количество обстрелов, количество убитых? Вот какую цель преследует наша информационная политика все время сообщать количество обстрелов? Что это дает в конечном счете? Какую цель? Спасибо. Це все, так? Дякуємо, мы вас зрозуміли. Власне, ваша думка, как эксперт. Ну, знаете, с одной стороны, эта статистика нужна. Она показывает реальную ситуацию на Донбассе, показывает, что конфликт существует. Но с другой стороны, к сожалению, граждане Украины начинают привыкать к этой статистике. Такое было когда-то в Ираке. Да? То есть, когда началась война в Ираке, там постоянно были теракты, до сих пор идут. Там 80 человек погибло, 60 человек погибло. И уже как-то все воспринимают, ну погибли, погибли. Знаете, это самое страшное, когда так происходит. Вот украинское общество начинает привыкать к тому, что гибнут солдаты, гибнут гражданское население Донбасса. Население страдает, разрушаются там села, инфраструктура. И общество начинает привыкать, ну вот оно есть, есть, и мы ничего не можем с этим поделать. Вот поэтому здесь неоднозначное такое отношение. Лично у меня, я понимаю, телезрителя тоже. Дякую вам за думку. У нас залишається хвилинка до реклами. Утім, ми після реклами продовжимо. Я теж хотів би відповісти, тому що і адресувалося мені частково теж це запитання. Тому що телебачення, як і будь-які ЗМІ, головна яка його функція – це інформувати людей про те, що відбувається. Зрозумійте, якщо ось ми говорили в нашій програмі про підвищення тарифів. Якщо цього не говорити… Тобто, як тему фактично, хто б знав би, просто приходила платіжка. Інформувати і намагатися пояснити людям, чому так відбувається. Хоча інколи цього замало пояснити чому. Люди хочуть зрозуміти, як зробити так, аби менше платити, що відбувалося. Тобто, інформувати і дати можливість розібратися в тих чи інших запитаннях. Саме тому, а тим більше, коли це ну, фактично топ-тема, від якої залежить ну, досить багато в нашій країні. Слава Богу, що воно не пішло далі, скажімо так. Я сподіваюся, що задовольнили наші відповіді. Дякуємо вам за дзвінок, за вашу позицію. Нам дуже важливо знати це. Ми перерваємося на коротеньку рекламу і повернемося вже за лічені хвилинки.